Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем разбирать основные ошибки по нашей пройденной аттестации. Предпоследней аттестации. Их достаточно было много. Видео будет состоять из нарезок, потому что я буду доставать вам различные примеры, на которых я буду показывать ошибки при выполнении на чертежах, которые могут понравиться и которые должны заинтересовать как и моих студентов, студентов моего коллеги. Это будут общие вопросы разобраны. И также те, кто просто учится выполнять различные чертежи. Первое, что если вы выполняете учебный проект, вы должны сохранять первое. У меня здесь целый план, поэтому я буду некоторые моменты из него зачитывать. Он на 3 страницы, чтобы вы понимали по количеству ошибок у нас на аттестации, их было очень много. И как показывает практика, большинство ошибок сохраняется на протяжении нескольких аттестаций. Я уже промолчу про габаритные размерные цепочки, о которых я уже говорил в 2 видео. И, пожалуйста, посмотрите и исправьте свои замечания. Итак, для построения наших планов, фасадов и разрезов, в первую очередь, не нужно удалять вспомогательные планы для их построения. Это касается не только планов этажей, это касается еще и планов кровли. Чтобы правильно построить наши фасады, необходимо... Сейчас я возьму карандаш, буду вычеркивать вопросы, которые я рассмотрю. Необходимо, чтобы вы все планы располагали под своим планом фасада, который вы будете строить, не над ним. Потому что если вы переносите обозначение сверху вниз, у вас фасад будет зеркальным. Вам нужно будет его повернуть, иначе это будет некорректно. Второе. Планы должны быть все, в том числе и планы кровли. Потому что по плану кровли, там, если у вас есть парапет, либо есть сама крыша, мы должны это проверять. Не удаляйте вспомогательные планы. Следующее, что когда вы отправляете свой проект на проверку, не забывайте включать все слои по вашей проектной части, чтобы мы могли проверить, где у вас ошибки, а где их нет. Потому что можем вынести это как замечание, а по факту у вас просто слой был выключен, какой-либо для отображения. Самое интересное, это слой с размерами, с несущими элементами, либо вообще с обозначением фасадов, либо разрезов. Следующее. На планах наших этажей мы оставляем только те оси, которые задействованы для моделирования и построения этих этажей, если там есть несущие элементы. Вот, к примеру, здесь есть план второго этажа. У нас есть терраса с выходом. Четвертая ось у меня никак не задействована под него, потому что у меня нету несущих для него. Поэтому я ось просто удаляю. Следующее. Толщина кровельного пирога на разрезе должна быть переменной, если вы его разрезали под скатом. Он не может у нас оставаться прямым. Поэтому сохраняйте переменную толщину. Это можно перепроверить, где у вас проходил разрез. Вот здесь у меня разрез проходил, скат у меня направлен в эту сторону и в эту сторону. Соответственно, я увижу этот перепад на разрезе. Следующее. Слои кровельного пирога самого мы на нашем первом курсе не показываем. Мы только штрихуем. Штрихуем плоскую крышу, если она режется целиком до перекрытия. Штриховка изоляции, то есть крест-накрест. Теплую крышу мы штрихуем. Холодную крышу нашего чердака мы штриховку не производим. Следующее. На разрезах у нас не должно быть никаких штриховок поверхностей, только штриховки элементов. Элементов наших, которые разрезаются. Никаких штриховок поверхности стен, которые дальше располагаются. Штриховок крыши у нас быть не должно. Следующее. На разрезе материалов у нас не должно быть разделений, если материал используется один и тот же. Здесь я еще поговорю про штриховку декоративного камня молодого человека, но тем не менее, если бы это был один и тот же материал, разделять его вот этой линией не нужно. Следующее. Проем в перекрытии под лестницу.
У многих, сейчас я включу отображение толщин линий, у многих от перекрытия еще и в стене остается, сейчас я запроектирую, у многих перекрытие в стене, остается еще вот этот участок. Я говорил, что в случае монолитного нашего перекрытия никто не будет замоноличивать этот участок 380 мм. Пожалуйста, убирайте его. Отдельную опалубку никто делать не будет. Перекрытие у нас не вырезается болгаркой либо другими какими-либо инструментами. Не нужно этого делать. Дальше. Уклоны. Уклоны на планах нашей кровли должны отображаться тонкими линиями. Не нужно ничего утолщать. Не нужно утолщать сами стрелочки, если у кого эта стрелочка выполнена. Сейчас выполню ортогональное ограничение перемещения курсора. Если стрелочку вы выполняли вручную, ее не нужно делать толстыми линиями. Она остается тонкой. Это касается планов и кровли, и планов всех остальных крыш, которые у нас с вами располагаются на плане, может быть, второго этажа, того же самого, вспомогательная крыша. Дальше. Если парапет у нас с вами режется на плане этажа и на плане разреза, если у нас здесь бы был парапет, если на плане этажа он режется, он должен отображаться толстыми линиями и иметь штриховку поверхности разреза. Если он не режется, он должен отображаться тонкими линиями, и штриховки никакой у нас быть не должно. Мы штриховку с вами удаляем. Штриховку удаляем. Дальше. На разрезе у нас с вами должны быть только... Сейчас включу отображение. Размеры, горизонтальные имеется в виду, между осями. Между каждой из осей в отдельности и между крайними осями. Дальше горизонтальных размеров по плану разреза быть не должно. Зачем? Некоторые измеряют дверь, ширину дверного проема. У нас эти размеры есть на плане. Этого делать не нужно. Если у вас на разрезе больше двух осей, соответственно, вам нужно ставить два размера горизонтальных. Это размер между крайними осями и между каждой из осей в отдельности. На разрезе, следующее, показываются только те оси, которые задействованы под несущие элементы. В данном случае у меня все оси под несущие, то есть несущая стена разрезается, ось остается. Несущая стена разрезается, ось остается. Если бы у меня по какой-либо причине, на чем бы показать, вот здесь была бы не несущая стенка, а перегородка, оси бы В у меня не было. Дальше. Если кто-то добавляет какие-то декоративные элементы, либо те же самые русты, кто помнит предыдущий семестр, и они у нас располагаются на границе нашего, то есть, как это сказать, на границе нашего фасада, то есть вот здесь сбоку, как бы показать на примере. Сделать текущим. Сейчас покажу. На границе нашего фасада, то контур данного отображение должно отображаться толстыми линиями. Дальше. Высота строк таблицы экспликаций. Перепроверяйте у большинства. Либо последняя строка, где у вас есть итого. Здесь у молодого человека вообще нет итого. Надеюсь, он узнает свой проект. Проверяйте высоту строк. При копировании может сбиться высота строки, и вам нужно исправить ее вручную. Это говорилось уже на предыдущих аттестациях.
Дальше штриховка на плане фасада, ой, на плане подвала не должна представлять из себя ежика. То есть вот здесь выполнена правильная штриховка. Все направлены в одну сторону. Представляем то, что у вас плоскость разрезает наш объект полностью. И угол наклона штриховки земли у нас что с одной стороны, что с другой направлен в одну сторону. То есть это единый элемент, который у нас разрезается и показывается земля единым контуром. Не нужно ее разворачивать. Вот таким вот образом, сейчас покажу. Не нужно ее разворачивать вот таким вот образом и представлять вот штриховку в виде ежика. Это неправильно. Дальше. Ограждение на балконе, террасе. Не забываем ставить наверх парапета. Если у вас есть элементы балкона, террасы, особенно на плане второго этажа, не забывайте ставить ограждение. На первом этаже, на выходе, тоже ограждение должно быть, потому что перепад высот у вас все равно минимум 450 мм перепада есть. Учитывайте то, что там могут находиться, в этом здании проживать старики, либо люди с какими-то особенностями, чтобы они не получили травму при падении, ограждение у нас ставится. Дальше. При построении плана подвального этажа внутренние стены, внутренние, не внешние, внутренние, должны быть 380 мм, не нужно их утолщать. Дальше. Плоская крыша. У нас под ней располагается перекрытие. И на разрезе, не забывайте, это перекрытие отобразить. То есть, вот, к примеру, здесь, конечно, не плоская, насколько я помню, крыша. Вот это перекрытие должно у нас сохраняться. Мы не удаляем его. У нас крыша не висит в воздухе. Она опирается на перекрытие. Дальше. Уклонообразующий слой в плоской крыше в разрезе не должен быть нулевым. То есть плоская крыша у нас с вами. Сейчас на примере покажу. Представлю то, что эта крыша, она, грубо говоря, плоская. Очень грубо говоря. Не должен быть нулевой толщины. То есть плоская крыша не должна приходить в ноль. Минимум 40 мм. Это основной уклонообразующий элемент. Дальше. С первым листом мы закончили. Еще раз. Теплую крышу мы штрихуем. Холодную крышу мы не штрихуем. Дальше. Лестницу в разрезе тоже нужно обозначать штриховкой. Либо А, штриховка дерева. На Moodle курсе она есть. Либо Б, штриховкой металла. Штриховка металла, напоминаем, что это сплошные линии с одинаковым шагом между собой под углом 45 градусов, тонкие линии. Вы можете использовать железобетон, но в редких случаях. На самом деле в этих зданиях не используется железобетонная лестница, потому что нагрузка на плиту перекрытия будет достаточно сложной, ну, достаточно большая. Лучше использовать дерево либо металл. Разрез. Мы обозначаем, здесь вообще нет названия плана. Сейчас скопирую. Да, первый разрез по объекту – это разрез 1. Только чтобы его правильно обозначить, у него есть имя. Разрез 1.1. Он показывает границу области вида по факту. Вы же на планы добавляли динамический блок, единичку с одной стороны, единичку с другой. Был бы второй разрез, он бы назывался разрез 2.2. Не путайте это. Разрез у нас не называется по крайним осям, он называется именно по порядковому номеру с повторением числа. То есть разрез 1.1, разрез 2.2, разрез 3.3. Дальше. Не используйте шрифт Исактиур. Об этом говорилось неоднократно и на первом семестре у нас, и на втором семестре. То, что разница в одной букве, но колоссальное отличие, расстояние там между символами большое. Дальше. Не забывайте поднимать проем дверной. Если у вас выход есть на парапет, на плоскую эксплуатируемую крышу со второго этажа, не забывайте поднимать эту дверь в разрезе на высоту кровельного вашего пирога.
Иначе люди просто не выйдут у вас дверь вообще не откроется, так как по нормативу у нас все двери должны, наружная дверь открываться наружу, то вы дверь просто не откроете. Но придется в кровельный пирог. Не забывайте поднимать дверь на высоту вашего кровельного пирога в этом участке. Дальше. Парапет должен быть у плоской крыши. Всегда. Это первое. Там есть случаи исключения, но мы об этом говорим в индивидуальном порядке со студентами. Когда можно его сделать, когда можно его не делать. Но там есть отдельные такие яркие участки, которых кто уже со мной обсуждал, это знает. А так, парапет должен у плоской крыши быть всегда. И парапет не должен опираться на крышу. У вас контур вашего парапета, вот этот контур парапета, вот он. Это контур, где у вас будет укладываться крыша. То есть он укладывается внутри, а не парапет просто сверху кладется, чтобы ограничить какие-либо участки. Дальше. Не забывайте проверять толщину кровельного пирога, особенно если вы используете утеплитель для плоской крыши 200 мм, к примеру. У вас никак крыша в итоге плоской не получится, 150 мм в самой узкой части. Не забывайте то, что еще плюс уклонообразующий элемент, о котором говорилось немного ранее. Дальше. Не забывайте ставить ограждение на парапеты. Это обязательно. Его на плане, кстати, крыши тоже нужно показать. Отображение нашего ограждения, либо тонкими линиями можно показывать, то же самое 0,25, либо в слое, в котором здесь использовал молодой человек парапет, либо сделать отдельный слой для ограждения и показать просто его контур. Сейчас я прямоугольниками запроектирую. 60 миллиметров минимум. Сейчас его выровняем. Просто тонкими линиями. Сверху мы его видим тонкими линиями. Дальше. Ошибок очень много при построении лестниц с забежными ступенями. У меня сейчас был открыт здесь на примере, которого я могу показать. Вот, к примеру, забежная лестница. Вы ее разрезали. Толстыми линиями выносите то, что разрезали, но люди забывают продлевать остаток лестницы, остаток ступени у лестницы, которые не разрезались. Мы же ее видим. Представляете, просто элемент. Вот вы смотрите, что-нибудь разрезали и смотрите дальше. Вы же ступеньки часть разрезали, а часть ступенек, которые пошли под изгибом, вы продолжаете видеть. Дальше. На разрезе забывают показывать участки с парапетом. И вообще забывают многие участки показать. То есть, к примеру, на чем бы показать? Здесь не показать. Здесь молодой человек еще построит парапет. То есть вот участок плоской крыши здесь будет с парапетом. Вот здесь вот в этом участке. У нас парапет-то здесь не разрезался. Ну, в плане чего, с торца он вот разрежется по краю, он толстыми линиями будет показан. А тонкими линиями мы увидим границу парапета, которая сзади располагается, дальше области вида. Да и многие забывают указать вот эти все элементы, которые мы видим. Вот разрезали, смотрим напрямую. Вот представьте, что вы стоите вот в помещении и смотрите через дверной проем. Вы все увидите. Дверной проем как граница вашей области разреза. Все, что видите, должны отобразить тонкими линиями. Оно не режется. Так. В рамках одной лестницы не должно быть разная высота самих ступеней. В плане подступенка высоты. Мы ее подбираем в зависимости от высоты нашего этажа. Не нужно делать их в разнобой. То есть вот у меня в разрезе лестница. Я здесь не могу сделать один подступенок 150, другой 200. Они делаются одинаково. И у нас высота этажа подобрана таким образом, чтобы вы могли адекватно подобрать свою лестницу. Если у вас лестницы разделяет перегородка, не забывайте то, что в разрезе мы эту перегородку, вот, к примеру, мы ее увидим,
Но остаток марша, если бы он здесь был, мы не увидим. Дальше. Крыша чердака не может у нас подрезать перекрытия и стены. В плане того, что... На примере чего вам показать. Вот здесь у молодого человека чердак. Я смещу эту крышу. К примеру. Это чисто как пример. Крыша чердака не может пересекать перекрытие. То есть у нас должно под крышей чердака оставаться пространство и с перекрытием, и стенами. И крыша должна обязательно опираться на стены во всех случаях. В случае и нашего гаража. Сейчас я открою пример какой-нибудь. Здесь вообще ничего нет. То есть в случае, сейчас покажу, вот здесь начерчу быстренько крышу. Якобы у меня вот здесь располагалась крыша какая-либо. Я сейчас не буду смотреть толщину. Я просто ее быстренько построю. Надо было сначала удалить штриховку, тогда все построилось бы намного быстрее. Ну ладно. Она мне сейчас все равно удалится. Я не могу построить крышу гаража вот таким вот образом. Перекрытие не должно подрезаться. Вы должны поднять саму крышу, чтобы у вас в итоге образовалось. Откачу сейчас назад. Участок, опять же, с утеплителем, облицовкой. Криво. Утеплителем, облицовкой и несущим элементом. Крыша должна всегда опираться на стену. Это всегда. И она не может подрезать перекрытие. Не забудьте поменять. Сейчас вот здесь еще удалю линию. Не забудьте поменять еще фасад, потому что крышу вы будете менять в разрезе. Это, соответственно, решается вопрос, что крыша не должна опираться на воздух. Флаг кровли мы заполняем так, как находятся слои кровельного пирога снизу вверх. То есть, к примеру, есть у меня пример адекватный, в котором есть уже не открыт. Ну, в общем, грубо говоря, снизу вверх те слои, которые вы использовали, не слои, те материалы, которые вы использовали при создании своей крыши, вы должны их показывать снизу вверх. То есть, к примеру, нашей холодной крыши, дай мне бог памяти, это сначала пойдет стропила, стропильная нога, потом... изоляция, потом обрешетка, контрабрешетка и металлочерепица. То есть снизу вверх мы обозначаем не сверху вниз, а снизу вверх. Для нашей плоской крыши, если она попала в область разреза, мы во флаге должны показать ее переменную толщину, то есть уклонообразующего элемента, который у нас на самом деле и формирует толщину нашей плоской крыши. То есть от скольки и до скольки. К примеру, от 40 до 180. Мы должны показать переменную толщину. Не на этом участке, а на всем. Это касается всей крыши. Высотные отметки нулевые на плане фасадов и на плане разреза не должны иметь плюсового и минусового значения. Если у вас на первом этаже было жилое помещение, на втором этаже у вас часть помещений, ну, грубо говоря, план второго этажа меньше плана первого, и у вас есть выход на балкон-террасу на плане второго этажа, не забудьте строить плоскую эксплуатируемую крышу, либо неэксплуатируемую,
во всех участках, где у вас есть выход на нежилую часть, к примеру. Сейчас удалю здесь. Вот, рассмотрю. Молодого человека план первого этажа выглядел таким образом. Шире, план второго этажа уже и есть плоская крыша. И здесь у него были жилые помещения, вот в вот этом участке. Он сделал плоскую эксплуатируемую крышу, которая должна быть. Ее необходимо будет показать если, в разрезе, если через нее пройдет плоскость разреза. Если у вас второй этаж местами выступает за габариты первого, то, соответственно, выступает перекрытие, на которое должно опираться все слои наружной стены. То, что касается стенки. Итак, возвращаемся к основным ошибкам. То, что не должны висеть в воздухе элементы, которые не опираются. Вот пример. Разрез. Второй этаж у нас немного выступает. У нас утеплитель и облицовка, получается, висят в воздухе. Извините меня, кирпичная кладка здесь находится. Она у вас поддерживается при помощи утеплителя вашей минеральной ваты? Нет. Продлеваем линии перекрытия и удаляем то, что не нужно. Вы скажете, а на фасадах как я увижу? На фасадах вы на самом деле можете отдекорировать этот участок таким образом, чтобы он будет отображаться под ваш кирпич, либо любой другой элемент, который вы использовали. Дальше что? В таблицах экспликаций проверяйте ваши толщины линий. Многие горизонтальные линии делают толстыми. Это неправильно. Дальше что? Примеры подъехали. Еще. То, что я говорил. Ниже жилое помещение, сверху нежилое. Должен быть парапет и плоская крыша. Надеюсь, что молодой человек узнает. Дальше. Про флаг крыши. Я говорил, что снизу вверх должно отображаться. Снизу вверх. Основной состав вашей крыши. Дальше. Название чертежа. Название чертежа и обозначение в осях высотой 5 мм делается. Следующее. На разрезе фундаментную плиту продлевайте до стенки вашего спуска в подвал. Она будет опираться на нее. Дальше что? Крыльцо в разрезе. На нашем курсе расписано было, как должно выглядеть крыльцо в разрезе. Должна быть плита под плитой колонны. Если через эти колонны прошел разрез, а напоминаю то, что колонна у нас расставляется по периметру самого крыльца. Вот план первого этажа. По периметру, то есть вот раз будет колонна, два, три, четыре. Если через нее прошел разрез, то эта колонна будет отображаться толстыми линиями. Ниже ее никуда не нужно. Следующее. На фасадах штриховки земли нам не нужно. Вы же в первом семестре не делали в Revit штриховку земли у фасадов. Дальше что? Здесь разрез я рассматривал. Здесь разрез. Вот. Проем перекрытия под лестницу. Этого участка быть в стенах не должно. У внешних несущих стен. Это все основные ошибки, которые я хотел бы сейчас рассмотреть. Если что-то еще не обозначил, смотрите в вопросах на нашем курсе. Отвечайте на вопросы, если вам их задает преподаватель. Также задавайте вопросы, не стесняйтесь. И изучайте все свои ошибки по видеоурокам. Потому что у вас есть возможность найти те ошибки, которые у вас еще были не обозначены. Преподаватель по какой-либо причине мог их упустить. Всегда есть человеческий фактор. А на зачете мы с каждым будем говорить индивидуально, двумя преподавателями. И, соответственно, вы на что выполнили свой проект, то оценку и получите. Вот. Поэтому, если найдете какие-то ошибки, которые не обозначил преподаватель, не забудьте их исправить.
У меня все. Всем спасибо, что были тут. Надеюсь, то, что я объяснил все понятным языком. И интересно, сколько все-таки досмотрят это видео до конца и изучат все свои ошибки и ошибки своих коллег, чтобы не допускать их в дальнейшем. Не болейте, еще с вами увидимся.